Лысая голова – это прекрасно. Так считают в одном из пабов Токио, где за отсутствие волосяного покрова делают скидки и принимают с распростертыми объятиями. Заведение находится в районе Акасака. Это недалеко от центральных правительственных зданий. Здесь посетителей заставляют гордиться своей лысиной, а не стыдливо ее прятать. Когда вы начинаете лысеть, это большой шок, без сомнений. Но потом появляется отношение типа «ну и что?». Даже лучше, когда на голове ничего нет. Она блестит, и это прекрасно. Хотя облысение в Японии не является такой уж серьезной проблемой, как в западных странах, оно все равно затрагивает 26% мужчин. Среди основных причин этого называют генетический фактор, а также стресс, ведь Япония по праву считается нацией офисных трудоголиков. Главной целью владелицы этого паба было именно облегчить этот стресс. В заведении, которое стало популярно среди мужчин среднего возраста, предлагают такие блюда, как цыпленок на вертеле или тушеные потроха по умеренным ценам. Они нашли свою нишу. Это очень интересно с точки зрения маркетинга. И хотя это небольшое ограничение, я думаю, если они смогут завоевать любовь 10% лысеющего населения, то будут процветать. Каждому лысому или лысеющему посетителю предоставляется скидка в 500 йен. Это около $5 США. При этом скидка увеличивается с увеличением числа лысин в одной группе. Если таких пятеро, то один напиток предоставляется бесплатно. Облысение для японцев является очень деликатным вопросом. Но в Голливуде, например, есть много звезд, которые полностью игнорируют отсутствие волос на голове и продолжают с гордостью работать. Я думаю, было бы отлично вселить такое настроение и здесь. Тойода говорит, что давно хотела как-то помочь офисным служащим, подвергающимся сильному стрессу. Но идея со скидками для лысых посетила ее только недавно.